звісно, користуюся, так як в мене iPhone, мені вигідніше зайти в Apple Store і скачати піратську програму, чим заходити в iTunes і кожен місяць платити за підписку. Так, я використовую піратські сайти, тому що я доволі часто нуждаюся в інформації, яка не в свободному доступі. Да, я пользуюсь пиратскими сайтами, Рутургом, Рутрекером, сайтов для просмотра фильмов. Да, я пользуюсь пиратскими сайтами, это Рутрекер, Уторрент, ну и прочие другие. Ну, я много какими сайтами пользуюсь, не вспомню уже их названий, но, наверное, часто мною используемый это Торрент. Ну, честно говоря, не знаю. Я не знаю, что мне за это будет. Как карается законом, не знаю, но, возможно, в тюрьму садят. Подожди, все, теперь поехали. Знаешь, это как исповедь.